остановки сложновато. Но по моей информации, сегодня они готовят еще одно, более мощное наступление. Тебе надо максимально сфокусироваться на камерах и дверях, иначе нападения не избежать. Попробуй продержаться до открытия. Думаю, завтра я тебе еще раз позвоню, если все пойдет по моему плану. Спокойной и осторожной ночи.
ты довольно хорош, того гляди еще не умер. Я когда-то сам был на твоем месте и понимаю, что работать в такой обстановке сложновато. Но по моей информации, сегодня они готовят еще одно, более мощное наступление. Тебе надо максимально сфокусироваться на камерах и дверях, иначе нападения не избежать. Попробуй продержаться до открытия. Думаю, завтра я тебе еще раз позвоню, если все пойдет по моему плану. Спокойной и осторожной ночи. Сегодня они готовят еще одно, более мощное наступление.
надо максимально сфокусироваться на камерах и дверях, иначе нападения не избежать. Попробуй продержаться до открытия. Думаю, завтра я тебе еще раз позвоню, если все пойдет по моему плану. Спокойной и осторожной ночи.
Скотт, Скотт! Съел у меня 10 морковок. Потом, не знаю, что будет потом, может его уже...